у тебя красивая пися. Я просто была на секс-фитнесе, и, ну, для женщин, угу. да, когда ты подкачиваешь, когда ты можешь мужчину довести до оргазма, просто... Правда, чем чище карма у девушки, тем у ее парня больше член. Я 100% оргазмичная женщина. Угу. Какой оргазм самый распространенный у тебя? Сереж, снимай. Сереж, сними. Сереж. Сними интервью. Привет. Привет. Кто сегодня с нами? Катерина. Катерина, как думаешь, это нормально спать с другими девушками, чтобы не изнашивать свою? Нет, качество секса не то. Смогла бы быть любовницей? С женатым нет. А не с женатым любовницей? Кармически, верю в карму, знаешь. А, был такой опыт? Нет. Правда, чем чище карма у девушки, тем у ее парня больше член. Это не могу сказать по своему опыту. Ну, не было такого. Или, нет. знаешь, а можно определить размер члена по знаку зодиака? Нет, нельзя. А как ты подбираешь мужиков? Я не подбираю. Ну, как выбираешь? Вот по каким знакам? Не... Может, по знакам зодиака? Может, по размеру рук? Нет. Может, по заработку? Знаешь что? По внутренним качествам. Угу. Какие? Ну, например, то есть, три? Если распиздяй, то это пиздобол. Не мое. Да, да, это не мое. А если умеет разговаривать? Разговаривать это все манеры. Я, угу. как бы, меня цепляют манеры, да, угу. когда культурный, порядочный, знает этикет. Вот это вот все, это мое, это прям меня заводит, и я понимаю, что если человек культурный, я могу с ним пойти в любое место. Угу. Как в театр, так и к бассейну и так далее. А бывает часто испанский стыд за мужика, за своего? Нет, не бывает. То есть ты так выбираешь. А бывает, вот ты говоришь, ты сейчас на свидание идешь. Ребят, если что, это прямой эфир, мы в Одессе, это одесситочка, смотрите, какое у нее одесситочка. Шикарное платье. Вот, а она говорит, что на свидание сейчас идет, на второе. Вот, расскажи, как познакомилась? В самолете. И зачем оно тебе надо? Мы просто рядом сидели и разговорились, человек танцует сальсу бачату, я тоже танцую. А что ты хочешь от этого мужика? Или вообще конкретно от мужиков? Я ничего не хочу. Я просто получаю удовольствие от жизни. Угу. Кайфовать вместе. Ну да, я встречаюсь с теми, с кем, кто мне интересен. Если сальса, бачата, опс, коннекшн, да, пошло. Человек интересный, есть о чем поговорить, почему нет? Секс без обязательств, это хорошо или плохо? Это не хорошо, не плохо. Каждому свое. Ну, бывает у тебя? Пока не было. Секс по дружбе? Нет. Ну, хорошо или плохо? Как женщины говорят, для женского здоровья, да. Мое мнение, если все всех устраивает, то почему нет? А секс за деньги? Каждый выбирает свое. Ну вот почему в твоих нет? ситуациях? Нет. Не рассматриваешь? У меня похоже? Не знаю. Не сколько, похоже. Сколько ты зарабатываешь? 1500 евро. 1500 евро в месяц? Да. Секс за деньги, когда ты платишь? Нет. Но качественный? Ну, точно, нет. С оргазмами? Нет, нет. Часто оргазмы получаешь, если не платишь за секс? Я 100% оргазмичная женщина. Угу. Какой оргазм самый распространенный у тебя? Вагинальный, клиторальный, сквирт? Клиторальный, вагинальный. Угу. Сквирт. Не было таких мужиков, не доставляли? Не доставляли, но не часто. Боишься описаться? Нет, не боюсь. Анальный секс? Да. Кайфуешь? Да. О-о-о. Слушай, я слышал, девушки, которые занимаются анальным сексом, они хотят маленькие члены. Нет. Идеальный размер? Средний. Ну, сколько сантиметров примерно, плюс-минус? Я не меряю линейкой. У нас один подписчик хочет сейчас увеличить, вот сейчас хочет увеличить член. Вот сколько ему сантиметров делать идеальный? Я не знаю. Ну, слушай, это глупости. Ну, если он идет, девушка идеальная, понимаешь, есть такая бабенка, которая там огромная. Ей нужен огромный. Если есть девочка вообще там 1,50 м, 40 килограмм, то какой ей огромный, понимаешь? Делать послепку девушки. Понял, искать понял. Подходящих девушек. Слушай, мужики часто меряют писюны, а девушки меряют свою писю? Нет, не меряют, смотрят в зеркало. Что важнее, толщина или длина? И то, и другое в гармонии. Угу. А что ты в зеркало, я говорю, смотришь на писю и что там? Чтобы красиво все было, чтобы формы, интимная гимнастика, если знаешь про такую. Расскажи. Нет? Ну, слушай, у мужиков тоже есть интимная гимнастика, когда он сжимает мужиков, свою промежность, ага. да, и у него тоже там все подкачивается и так ага. далее. Что у мужчин тоже могут быть мультиоргазмы, да, чтобы он получил оргазм, но не кончил. Такое бывает, там, три раза, четыре раза, но к этому нужно стремиться, нужно подкачивать свои мышцы и правильно ими управлять. А девушка тоже правильно действие должна делать. Я просто была на секс-фитнесе, и, ну, для женщин, да, когда ты подкачиваешь, когда ты можешь мужчину довести до оргазма просто для того, чтобы он кончил просто... Ну, это вот писюнки так джик-джик-джик-джик. Да. Просто мышцами.
А что ты делаешь? Это как это? Кегеля? Сжимаешь, да. Ну, это не кегеля, это немножко другие. Тренажер кегеля? Не тренажер. Там есть несколько упражнений, которые ты делаешь каждый день. Не ты, а женщина. Шарики? И шарики в том числе. Анальные пробки? Нет. У тебя красивая пися? Великолепная. В чем вот красота женской писи? Я слышал, самая распространенная операция, ну, это нет, обрезают. Нет, не обрезают, ничего не обрезают, просто качаются интимные мышцы. И они будут подтянуты, угу, красивые, все. Упругие. И делают всякие пилинги, шмилинги и так далее. У тебя сладкая пися? Сладкая. Какая она на вкус? Сладкий, давай заканчивай. Нет, ты какая 5 она минут, на вкус? Твои сладкое. Закончились твои 5 минут. Ребята, прямой эфир. Мы в Одессе, на море уже месяц. Подпишитесь на стрим-канал, ссылочка в описании. Видосы это такое. Стримы снимаю каждый вечер. Вот. Да. Даму поймали на стриме. Вот, залетайте на стрим-канал прямо сейчас, подписывайтесь. Что пожелаешь зрителям? Любви. Девушку найдете в описании. По подписке Жулик доступны все девушки. Вот. И кто лайк поставил, обзор 360. Вот, смотрите, какая великолепная. А покрутись, пожалуйста. Пошло. Покрутись, пожалуйста. Ребята, поставьте лайк. А какого цвета трусишки? У тебя просто просвечиваются. Под желтое платье какое надо брать? Интересное. Нюд. Белое? Такой цвет нюд. Это нет. Что такое? Нюд? Это телесного цвета. А, нюд. Телесного нюдовые. Цвета? Понял, понял. Ну, чуть-чуть просвечиваются. Конечно. А если красное одеть под это платье? Можно и красное, можно и понял. Без. О, хоть конечно, без. Конечно, да. А как же там пылючка? Все замечательно. Все замечательно. Какая пылючка? Понял, понял. Ребят, в описании все ссылочки, смотрите в описании. И телега в описании есть. Пока-пока.